Ну, здесь по поводу биоритмов и у разных тел сущностей сдвигаются они после стресса. Но стресс вообще все сбивает. Стресс, что такое стресс? Это не только выброс адреналина и так далее в организме человека, это еще мощный, когда человек действительно мощный поток энергетики, который у него есть. И идет выброс огромного потока энергетики. Естественно, когда такое происходит, во-первых, человек теряет потенциал сильно свой. И во-вторых, действительно сбой происходит. А высчитывать это можно, опять-таки, нужно сначала вернуться к стационарному социальному, стабильному, и тогда уже можно отчитывать. Потому что если опять стресс будет, все это будет флуктуировать и меняться, поэтому рассчитать очень сложно будет. Но, тем не менее, все это можно сбалансировать.